Нанес не менее 10 ударов ножом осужден южноуралец, зарезавший незнакомку в лифте. Приговор выносил Челябинский областной суд. Обвиняемый 31-летний Артем Маркелов. По версии следствия, в сентябре 2017 года он увидел, как женщина сняла деньги в одном из банкоматов Озерска и положила купюры в сумку. Маркелов начал слежку за ней, чтобы отобрать наличные. Зашел в подъезд, а потом и в лифт. Там он достал нож и нанес ей не менее 10 ударов в жизненно важный органы. Забрав сумку, он скрылся. Через 37 дней женщина скончалась в реанимации, не приходя в сознание, а мужчину задержали. Добычей разбойника стала женская сумка, находившаяся в ней 17 тысяч двумястами рублями, также сотовым телефоном, который Маркелов выкинул в последующем, ну и также банковские различного вида скидочные карты. В зале суда Маркелов вину свою полностью признал, рассказал, что не стал бы убивать женщину, если бы она не сопротивлялась. По решению суда его отправили в колонию строгого режима на 16 лет. Кроме того, в пользу родственников погибшей он должен будет заплатить компенсацию морального вреда почти в 1 000 000 рублей.